период с 7 по 9 июня высока вероятность лесных пожаров в Благовещенском, Баевском, Ключевском, Каменском, Кулундинском, Усть-Пристанском, Раудинском, Хабарском районах и Славгороде. В связи с этим корреспонденты «Аргументов и фактов Алтай» со ссылкой на Главное управление МЧС России по Алтайскому краю напоминают о соблюдении правил пожарной безопасности. В Наукограде продолжают испытывать тепловые сети на прочность. Их продлили до 8 июня, сообщает бийский рабочий. Уже выявлено порядка 70 повреждений. Как только опрессовка завершится, дефекты начнут устранять. Горячую воду жителям Наукограда обещают дать в 20-х числах июня. Хотя не исключено, что и раньше. Журналисты Политбюро со ссылкой на тот же бийский рабочий сообщают, что заведующий инфекционным отделением Центральной горбольницы Наукограда Лариса Фоминская записала видеоролик, в котором рассказала о затянувшемся ремонте учреждения. Из-за этого, по ее словам, сотрудники вынуждены ютиться на базе Центральной районной больницы. Огромные неудобства испытывают и пациенты. Если изначально завершить ремонт планировали в декабре 2017-го, то теперь дату перенесли на 1 июля 2018-го. Мое обращение направлено с целью, может быть, ускорить бюрократические процессы проверки и повлияет на то, чтобы ускорить наше возвращение. Татьяна Голубева, «Наши новости».